Аня хочет водку. Неожиданный поворот. Мы на реке Волтава. Так, иди, тиран, быстро запиши все расходы. И голову мне потом почешешь. Отрыв Иванчик в Праге продолжается. Привет, друзья! Наступил последний день нашего пребывания в Праге. Потому что завтрашний день уже не считается. Завтра мы... Вчера мы хорошо погуляли. Сегодня поэтому самое тяжелое утро. На улице по-прежнему льет дождь. Мы сейчас отправимся на Староместскую площадь, чтобы посмотреть на староместского трубача и часы. А затем мы будем заниматься hop-on and hop-off. Вот такие у нас планы. Все, я тебе все рассказал. Теперь можно поспать. Обалдел, давай вставай. Мордочка твоя наглая. Правы завезли колбасу. Дефицитные, все стоят в очереди за ней. Ну, наверное, что интересно, конечно, стоит. Я вот буду стоять. Активировали билетики, ты видела? С телефоном. Да, да. Музычка играет. Хорошо. 7. Поменялась музыка? Нет. Это играет Филипп Киркоров? Сейчас там в лесу родилась елочка играет. Итак, мы уже проехали первый тур hop-on, hop-off, красный маршрут, крайними точками которого являются Вышеград и ИП Павлово. Мне не очень понравилось. Во-первых, совершенно непримечательные места, там невозможно было снимать, все трясется. Кстати, едет наш зеленый маршрут. Ну, у нас будет девочка. Привет, девочка. Hello? В общем, красный маршрут не рекомендую, если только нет у вас какой-то конкретной цели куда-либо приехать, например, на башню. Или вы живете в отеле Hilton. А сейчас мы сели на зеленую линию, все спокойно начато. С вами остается наш гид Анна. Cest. Dej se vést, lásko má, po nich k nám. Voňavým údolím, kde první roj pilných včel. A
съездили мы на зеленую экскурсию. Оказалось чуть-чуть получше. Но два основных лейтмотива, которые я бы отметил, это отели, очень много отелей, и коммунизм, тяжелое наследие коммунизма. Мне вообще не видно. Мне понравилось. Ну, очень хорошо, вот прям идеально легло в наш день, что минимум энергозатрат. То сейчас у меня травма душевная, что надо двигаться. Арабский обменник. Что сказать, друзья, мы себе не изменяем. Мы вновь зашли в то же самое бистро. Да, потому что здесь вкусно, с внутренней. Сейчас, в общем, кушаем и идем в ресторан. Тьфу. И идем кататься на корабле. Включай. Следующим пунктом нашей программы является спринтерский забег на причал. Ну, в принципе, вы уже все пропустили, так как мы уже добежали. Причем добежали всего за 18 минут, да? Ну, за 20. Что вы ожидаете от поездки на кораблике? Увидеть Прагу с воды. Ну что ж, мы погрузились на кораблик, на верхнюю палубу. Стулья после дождя мокрые, немножко прохладные. Вот. Ну, короче, сейчас поедем. Поплывем. Пойдем. Пойдем. Аня хочет водку. Неожиданный поворот. Мы на реке Волтава. Лёха в капучино. Капучино? Ван капучино. That's all. Так, значит так. Что нужно тебе сегодня сделать? Записать расходы, записать их, перенести их в нетбук, сложить мои вещи, а я буду пока спать. Да, а еще принеси мне попить. Да, и головку мне почеши вместе с массажем ножек. Да, я так сказал, потому что я... Ой, тиран я... Ой, рука западает. Я тиран, понятно? Да, мой король, конечно. Я все вспомню. Качественный срок. Вот так вот мечтают мужчины. А на самом деле все происходит следующим образом. Так, иди. Тиран, быстро запиши все расходы, и голову мне потом почешешь, и вообще, все развалится на диване, уходи.
Води. Иди давай, пошевеливайся. Вот так вот мы гуляли по Праге. Вот так вот я говорю, скорее на экскурсию опоздаем. Куда ты несешься, ты лежишь в экскурсии. А туда пошла на другую сторону. А я хочу туда. Будешь прикрыть. Ой, подожди, я с тобой. На край света. Женщина-носильщица. Она у меня носит пакеты со всякими тяжелыми бутылками. Ее рюкзак тоже забит на завязку. Там книжки-малышки. И не только. Вот. Я все думаю, как бы ей еще меня поносить. Thank you.
отмечаем прекрасное завершение прекрасного отдыха. Опять грустно, потому что всегда печально уезжать из тех мест, которые нравятся. Спасибо Праге за то, что она нас приняла. Ну, как бы погода, конечно, для нас разная была, но как бы это как человека, наверное. Ты любишь любым добрым, грустным, ну, за путешествие. У нас карп жареный с лимоном, подмином. Тут еще кусочек сыра оказался у меня в качестве гарнира, рис, и вот это я не знаю, что сено с чешских полей. Изумительное моравское вино белое. Так, у Андрея у нас говядина, нашпигованная белыми грибами с какого-то региона. Ну и традиционные хлебные недлики. Шумавы. Мой карп приказал долго жить. Оставил после себя скелет, отправился в рыбий рай. Вот, очень вкусно, мне очень понравилось. Рыба восхитительная. Ну, костлявая, конечно. Никому не скажу, почему так улыбаюсь. Нам оставляют официанты и сердечки. Ну вот, друзья, наше пребывание в Праге заканчивается. Завтра летим домой. Ну, в общем, наверное, есть, конечно, легкая грусть. Но на самом деле она действительно легкая. Всегда приятно возвращаться домой с хорошими впечатлениями. В этом и состоит смысл путешествия, что ты не замыливаешь глаз, что ты едешь в новое путешествие, получаешь новые эмоции. Через некоторое время тебе хочется опять куда-то ехать, лететь. В общем и целом, конечно, нужно сказать, что здесь все очень позитивно. И не всегда это наиграно, то есть чаще это искренне. Путешествуйте, друзья, больше. А мы с вами на сегодня прощаемся. Ну вот и очередное все.
то, что традиционно в конце каждой поездки мы спрашиваем Ваню, как поездка. Да, замечательно, правда, прекрасно. Орать она не будет, стесняется. Ну, мне тоже понравилось. Дамы и господа, мы произвели посадку в международном аэропорту Внуково.